Кролики – это не только ценный мех. На самом деле этот милый пушистый зверек очень привязывается к человеку и становится для него верным другом. По восточному календарю 2023 – год водяного кролика. Согласно китайским поверьям, это животное – символ бдительности, остроумия, осторожности, ловкости и самозащиты. Чтобы год прошел спокойно, нужно, чтобы кролику с нами было хорошо и комфортно. Кролики – это грызун, и с ними можно поиграть, выпустить их побегать, можно поиграть, кинуть им мячик, там они за ним побегают. Они очень хорошо ладят с животными. Они очень любят, когда ему чешут лапки, у него могут подняться ушки от удовольствия. Кролики – стайные животные. Например, если они чуют опасность, то не убегают сразу в ужасе. Сначала они предупреждают сородичей об угрозе, стуча лапками по дереву. В дикой природе эти животные доживают до 3 лет. В неволе при должном уходе могут прожить и 10. Всегда им надо стачивать зубки, иначе они настолько вырастут, что будут мешаться жизни. У кроликов очень крепкие зубки. Кролики любят морковку, капусту, яблоки. Может быть, веточки. Вообще, у 2023-го тотемных животных сразу 2. Это и кролик, и кот одновременно. Кошка, по поверьям народов Вьетнама, благоволит домашнему уюту и семейной обстановке. А еще научно доказано, что жить рядом с этими мурчащими пушистиками полезно для здоровья. Ученые из университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа почти на треть и помогает справиться с повседневными трудностями. Давно научно доказано, что котики снимают стресс, то есть когда они приходят к человеку на ручки, начинают мурчать, топчутся по нему, то это благоприятно влияет на его нервную систему. А еще кошки помогают нормализовать сон и предупреждают человека об опасности. Кошачье мурлыканье действует на человеческий организм почти так же, как лечение ультразвуком, способствует заживлению ран и переломов, ускоряет восстановление сухожилий и облегчает боли, нормализует давление, пульс и кардиограмму. Подобрать подходящего пушистого доктора вам помогут в приюте Мурдом. Если вы нуждаетесь в пушистом друге и в любимце, то приходите к нам в Мурдом. У нас котиков здесь очень много, они все разные. Мы уверены, что вы сможете найти себе того, который станет вашим любимцем на всю оставшуюся жизнь. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.